Да что ты, не могу, я прокашляюсь. Доброе. Доброе. Доброе, мама, сгорела магазин. Так, да? Посмотрим, что тут. Доброе утро, Владимир Васильевич. Доброе. Сок, сады придони. Туалетная бумажка, молоко, кофе. Второе кофе. А там дымить не показываю. Я все? Же и сказала синего. Синего или красного? А синих нету, не бывает. Все. Вот такое утро. Да. Ну, где-то так, наверное. Угу. Это для него так тебе. Сколько? Четыре пачки сажали? Много? Надо по две. Папа, пачечки? Каждому? Все, нет. А что там 75 грамм? Там одному мусику две пачки надо. Уже опять на улице разбирается с кем-то. Молока еще добила. Понятно. Что-то у меня голод. Захрипела. Так что иди, а то она подкоп делает там это. Короче, ей маленько этого, много не насыпает, а корма я ей дала. Там у нее был какой корм. Маленько подсыпай, хватит. И заложи, она там уже начала это, я ее сейчас ругала. Куда она, на улицу копать началась? Да, на улицу, где птички сидят. На свободу! Где наша это? На свободу. Где наша это стоит, плевательница. Не плевательница, а вазон. Ну, туда вот, в туда. Комбо. Вазон плевательница. Я не поняла, почему на другой грядке морковка эта. Я встала сегодня утром, посмотрела, думаю, что я с ума сошла. Так она выросла за ночь. Ты что, не знала, что ли? Почему у нас было на двух грядках, сейчас на трех грядках у нас. Так она путем размножения размножается, путем этого. Как подсолнухи размножаются? Как подсолнухи? Подсолнухи, семечки упало. Как? Так и она... Ой, не подсолнухи, а дуванчики как размножаются? А дуванчики? Здравствуйте. Режимом перелета. Угу. Вот одна морковка взяла и перелетела в другую. И перелетела на другую грядку. Не одна, так, а две. Так две она морковки. У тебя уже, это, уже когда выросла, то уже она... Когда не семянка, я уже самой морковкой перелетела. Да. У меня что, крылья выросли? Крылья выросли. Она же летает. Я смотрю, думаю, ну что такое. Главное, лучше поливать. Да что у меня плохо? Ладно. Утро доброе. Вот ладно. Такое утро у нас. Ручки помыть. Получается. Надо же покушать. Угу. А то я на голодный желудок-то выпила, а время получается. Понятно. Да что у меня, я правда плохо. Ничего, прокашляешься, прокричишь-то. Да мне вот что-то здесь стоит. Понятно. Мешается, но еще, правда, Галя не проорала. Да. Галя еще только шепотом говорит. Сейчас начну орать. Понятно. Ладно, история об этом умолчу. Да что-то это, погода сегодня. Ну, хоть бы дождика не было, но передавали, пасмурная будет. Ну, без дождя. Жду, да какая-то погода. Да смотрела вообще, что? Я не знаю. Соседи наши, вот Ольга, по этой стороне-то. Короче... Яблоки обгрызенные, вот у нее где ворота, уголь-то есть, дали, а чуть подальше, короче, это трава лежит, вот собранный мусор, вот гнилой от яблочек, от этих полуяблочек, и навалено. Я говорю, ну молодец вообще, кто ей кроме нее туда высыпал, я вообще в курсе. То пустые, да, эти там у нее валяются. Главное, все по этой вот стороне, где я, в переулке. Ну, вроде бы там на той стороне. И на той стороне. Ей, короче, когда заливали этот фундамент, траву выдернули и прямо бросили, где вот пешеходная эта дорожка-то асфальтированная. Да, на асфальтированную дорожку, да? Мусор накидали. Сразу. Ага, и понятно. Все, и успокоились. Ох, ну а в той стороне там все, я не знаю, заросшая, взяла бы, наняла, чтобы ее прокатили. Да фиг на них на всех. Так дело в том, что пожарная. У нас-то там рядом это, потом весной нам смотреть. А весной, прыгать, скакать. В осени. Ну, надеюсь, ты прокатишь метр от забора своего. Не метр, а два. Ну, два. Это тебе две стороны надо косить, ну и третья вот здесь маленькая будет. Знаю, в основном-то там.
Что-то я сегодня как-то это чувствую себя как не очень. Варюна. Погода такая. Думаю, что? Это вроде бы это сахар небольшой, то мне вчера это. Ну, я. Хотануло. Малюха. Понятно. Да, ладно. Васильевич? А, у Васильевича вообще вчера нормально было. Он как космонавт, его в фуру это курс на Луну отправляет. А сегодня у него выше сахар. Давление у меня понизилось вчера. Упало. Угу. Что пить, не знаю. А сахар, как подскочил сахар? Понятно. А уже чувствуешь там. Да. Изменения. Ладушки. Встретила этого. Так, ну пока мама убирает оставшуюся морковку. Ой, чего? Убери. Давай, я сейчас уберу. Ну, чего? Сейчас подожди. Да, ну, поставь, видишь, я же снимаю. Бегай. Чего? Бегай. Все. Морковку снимаем. Наша морковка. Оставшаяся. Так, а я пока делаю это. Ложу кладку. У нас похолодало. Мама опять ворчит. Начал класть. Все, пока хватит возить. Песок все жду. Только начал, самое свежее идет. Сейчас звонить буду, куда чувак потерялся, пока погода совсем не испортилась. У нас ветер, он тучи, то потом в грязи нафиг мне нужно копаться, другого звонить заказывать. Лопату? Сейчас уберу лопату. Мама трудится. Пусть трудится, помоет. Пока штатив занесу, объектив задувает. Закончилась баночка кофе. Вот такой классный кофе. Нескафе золотая обжарка с молотой арабикой. Я обычно пересыпаю в баночки. Заканчиваются они. Я их насыпаю. Ух ты! Какой аромат кофе! Смотри, как. Ой, надо попить молочка. Ароматный. Ароматный кофе. Кофе! Смотрите. Да, у меня он такой мягкий, средний. Так. Сейчас я здесь аккуратно загну. Буду аккуратно насыпать. Почти. Это а что делать с морковкой? А, просто замораживать? Да, я сейчас, ну, вот это вот накушать, а это вот такие вот все кухоньки, это бондери, мельчу и в морозилку. Угу. Мама как раз занимается, моет, вот. Чистит. Какая-то вся лохмата. Нормальная морковка. Да. Лохматушки, ладно, лохматушки это, ногтя корявая, ногтя не это. Нормальная морковка. Она уже тырит и лупает, тыркает. Она, кстати, лупается, да, от да, влажности. Потому что тыра, она чем больше, это, да. Как раз тут. Дальше. Где тут у нас? Так вообще, что вот она вся не войдет, еще маленько останется. Мне как раз баночки наполнить. Наполняем все баночки. Кофом. Так, осторожненько. Сразу сделать, чтобы потом идешь, пьешь. Я так-то много кофе пью. А, полненькие. Так, ладно.
Закрываем. Нормально. Конечно. Зато не химическая, своя. Потом в обжорку хорошо. О, еще на одну. Все. Баночки, баночки. Здесь они по 95 грамм идут. Сразу наставляю. Да. У тебя морковка это. А, вот какая морковка. Таких вот это от воды? Она лопается, да, от влаги? От влаги, да, какие-то. Ага. Ну, так уже сезон ей, пора убирать ее. Мы ее, ты ее убрала. А ты ж, все уже. Не будут морковки. У нас что осталось? У нас только осталась капуста. И все. Что у вас осталось? Капуста осталась. Салатная. А ты ее садил, капусту? Салат. Капуста. Да, она пекинская. А, нет, не пекинская. Салат. Листья салата остались. Так, прикурите. Убрать в загашник. Я говорю, притерить, пока убрать в загашник. Вот здесь тряпочка. И все. Ну, ладно, морковка разделают. Угу. Это лондон, ничего, будет окей. Там не потухнет, и тут будем это кушать, а это. Ладушки, день продолжается, пьем кофе. Мама работает, и сына тоже. Владимир Васильевич тоже делами занят, важными. В общем, привезли мне чистый строительный красный песок, без камушков. Здесь два куба. Он специально мне нужен, именно без камушков. Положил я уже 25 кирпичей. 4 рада буду поднимать с камушками. Вот этот песок срабатывает. Сейчас 3 рад у меня идет. 4. А потом перейду на чистый. Потому что я уже не раз говорил, кто смотрит, например, следит. На высоте надо будет выше уже, когда подниматься, там надо будет сразу кирпич ложить. А если и попадется камень, то все. Это такой будет геморрой, конечно, извините меня. А здесь чистый, сеянный, строительный. Одно удовольствие. Ну, пока 4 ряда буду срабатывать часть того песка. Сейчас идем кушать. Пойду кушать. Я поставил разогреваться суп с тушенкой. Здесь надо все подъедать. Здесь мяско, салатик. Кто-то не знает, что такое. Это, Игорь, кабачки, там эти помидоры, морковочка, обжаренные кабачки. Просто заливка эта забила. Лук, чеснок, острый перец насыпала туда. Тут и перемешать, потому что я с хлебом ела, нормально, я с черным хлебушком ела. И салатик ела, это не понравилось. Я специально маленько приготовила, чтобы на раз поить. Опять с мамой здесь опять показывает предсказателей. Как да, я хочу их послушать, как они правильно говорят. Раньше говорила, 2 года назад, все исполнила. Как же без этого? Это бесполезно. Игорь, хватит, не будем это вот опять разговор говорить на эту тему. Не веришь, не верю. Я верю. Провидица лечила. Хватит уже, угомони. Я вижу извержение вулканов, землетрясения, наводнения. Это каждый год происходит.
Пока, не, не надо, знаешь, быть провидцем. Пока это... Никаким. Король цирук он какой-то. Называется сыр король цирук. Такого мы еще не... Мы много что не пробовали и не ели. Ну, еще король цирук не ели. Короля цирук не ели. Ну, тупчик надо ждать. Эти печеньки хорошо, они без этого, без сахара, с чая. Тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну, посмотри, может уже там разогрелось, похлебаешь горячего. Да. Тачку там достань, ложку достань. Ложку-то достань. О! Что тут у нас холодное? Холодное что? Что, не подогрелся? Да нет, в принципе, нормально. Ты закрой там это, голову это. Сейчас, сейчас. Конечно, погорячее надо было. Ну, конечно. Ну, сейчас, конечно. Сейчас, пока реклама кончится, сыночка поест. И опять этих предсказателей. А что ты мне там и майонез ложил? Ложу. У нас как омывальники. Подожди маленько, сейчас я поем. Терпеть их не могу. Ладно, буду кушать. Приятного аппетита. Включаем мозгопромывальню и смотрим. Угу. У меня здесь сидит помощница. Она мне помогает. Кладу раствор. Замазываю. Я кладу, и она сидит. Она помогает, мышка. Мышка, сейчас я буду... Мышка, ты мне мешаешься. Ты мне мешаешься. Вот она ходит здесь, посидит здесь, проверит ведро, заглянет тут, посидит там, посидит, везде посидит. Помогает мне. Ладушки. Ладушки, ладушки. Кладем, ложим, делаем. Я положу, там мне комары сожрали. Угу. Они сейчас все, 7 часов ровно, уже темно. 7 часов ровно уже. А уже комары съедают, промашит до невозможности. Там тебя кушали погоду. Что будет? Примерно, как сегодня погода такая. Нормально. Его потоньше надо резать, тогда это. Угу. Мама ест суп с этой. Так, а ну картошку тушенкой. Там еще на раз еще осталось. Да, потом будет это. Это хлеб сейчас он будет в холодильнике. Что, батя ел? Ну, помидоры ел с хлебом. Ага. Последние банки вытащил. Я ему говорю, я себе налила, а там еще ему осталось. Он вечером еще. Ну это еще не вечер. Без 28. Кофе, чай, кружка. Ну да, ешь, кстати. Да я не ел ее. Кабачки, она такая утренькая. А я перцу насыпал туда красного. Ну, смотрите, я уже сделала тушеночка. Тушеночка. Конечно, вкусная она. Кстати, долгоиграющий супчик у нас. Не, он вкусный. Он, вопросов нет. Нормально. Там кабачочки я обжарила. Просто я их это порезала куда-то, добавила бы это. Потушила морковку. Ой, вот помидорками. Ну, маска у меня тут была.
перцу этого красного острова насыпала. Перемешала это все вкусненько и парила. Вот, разрезала эти кабачочки. А я пока посадился. Когда передача вот эта была нудная. Вкусненько. А, кабачочки-то. Ты-то что прибежала, вали отсюда? Что? Иди мыши лови. Гудка. Мыши ходуном ходят. Где-то. А я смотрю, Кеша там сидел сначала в той стороне Игоря. Потом перебрался. Он у меня потом пошел, сел. Сперва у меня мыши оттиралась. Она и утро, и вечер. Она особенно утром оттирается. Я просто не снимаю, что как дурак с камерой бегает. Ага. Все утро до обеда каждый день находится возле меня. Ну потому что ты там делаешь, она это. Она любительница. Чего бы не было. Да, придет, посмотрит. Потом она если уходит. Да, если ей понравится, она потом приходит. Она да. Каждый день приходит. Ну вот. Ну, а мы будем завтра прокапывать? Как раз, поужинаю. Ну, все. Их прокапывать Василий, надо. А? Василий, что у нас еще есть будет? На. Ну. Прямо я по малиничку это. Там еще пол этого осталось, надо будет. Завтра я, наверное, прокапывать буду, окошко закрываю. Угу. Чтобы день они поболтались на улице. Угу. От бошек надо их. А потом еще. Да я с ней Игорю говорю, завтра мелкую картошку, мелкая картошка надо ее, это, дать это, ничего, надо экономить, и все, чтобы, и прикидываю, завтра почищу, отварю ее, и лук пережарю. Прямо картошка туда и порежу на растительном масле. Пишу маленькая, вот будет такая начинка. Надо будет завести две больших чашки кета, чтобы одну в заморозку закинуть, а одну пирогов нажарю. Ну тоже надо есть, тоже готовить. Так что. У меня там еще полбилка капусты. Думаю, что творить. А не будешь творить. Опять же, маленько надо варить. Ой. Суп не доел. Не доел, я там добавил булочку, добавил. Собаке дал. Молока плесканул. Ты ну пока не будем включать, у нас сегодня. У нас отдушина еще открыта. Ну так я вот смотрела. Да, ходила там, моя курточка открыта. Ну, у нас. Ну, ты закрыта. Ну, конечно. Ты видел по бокам там щели? Я имею в виду окошечко, смотри, в подвале закрыто. Ну, надо ее и снаружи прикрыть. У нас соседи уже дома топят. Угу. Вот это топят. Протапливают, ну. Ну, что прохладно. Ну, что сейчас плюс 8. Ты холоднее. Да, а мы еще пока не. Мы еще держимся. Не замерзнем, надеюсь, еще полмесяца. Завтра закрывать душину. И кушать прокапаю. Хватит. Ну, если минусовая, а это значит мы маленько включим, да?
прогреем, просто надо будет... Да хоть час включим. Воды, нет, а воды надо, наверное, добавлять прошлого года. Я встречал, там вода ресторан никуда не ушла. Маленько, чтобы это потеплее было. Я уже вторую кофту одела. Затапливать не надо. А у меня все равно окна, я вот сейчас только закрыла. А, окна открыты. А у меня окна открыты, они меня проветривают. Сейчас только один закрыла, там закрыла. У нас комната. там уже соседи кочегары топят. Сегодня топили. Даже те, у кого маленьких детей нету. Нам передавали, что в Черногорске отопление дадут 17 числа, но дадут не жилым домам. Детский садик, наверное, школа. Ой, школа, хирургия, наверное. Больница. А в конце месяца это она уже. А! Василий, тоже об тужурочке. Привет, ходит. Привет. Зато без носков. Бастико. Ну, в тужурочке. Что, Василий, замерз, что ли? Дай нам брось. Это я ее дальше. Ой, тише, что там кается? С улицы. Да ты сидишь в этой. Да, так говорят, души на закроем, и все. А? Ну, завтра я души на закрою везде и все. Потом надо будет детки убирать эти. Какая? Москитня. Мать души держать. Ну это попозже. Москитные попозже, потому что может за часов мышкой быть я. Да, и мышки все равно. И вот это мышки, они. Они могут замерзать в минус. Вот они замерзают, они не замерзают, в лёд. Они... Нет, ночью, так, вот, когда... Как они, анабиоз и впадают. Да. Очень у них приятно. Отрицательная температура тела. Чуть на солнышко попали, они все размораживаются, таивают, расходятся и все, и начинают. Он говорит, ты потише, а то... Да я осторожно. Там опять твои побрякушки наставил. Наелась, вот она наелась. Ладно. Вот такой у нас ужин. Угу. Всем вкусняшек, отличного настроения. Как говорится, жизнь продолжается. Включаем. А ты что не чистился? Вот эти, кстати, сосисочки неплохие. Они неплохие. Да, я купила 6 штучек, это в новом десятильчике. Они стали это, не понравились. Там ты хоть же, фарш. Ты же что-то с ней готовить собирала. Ничего, я просто купила 6 штучек, нам с тобой попробовать, что это... Потому что это не наши, это якобы белорусские колбасы. Да. А там не только это. Я ничего не хотела, я просто купила покушать. Mm. Они в упаковке. Маленькие-маленькие. Тоненькие. Ну там хоть фарш такой никак вот у нас непонятно из чего. Ну а там хоть это. Цены у белорусских дороже. Да, цена, да, вот там у них я продукция, был в Абакане, да, белорусском. Там продукция, да, там у них это, колбаски там всякая, это, у них цена дороже, да. Ну, вот дела эти. Кстати, хорошо там берут, я вот уже когда последний раз была, я там сливки брала, творог, сметану, это наша продукция, домашняя. Уже многих не было там, вот, то, что я... До этого была, там 2 или 3 вида сосиски. Сосиски. Колбаски там разные какие-то. Mm-hmm. И люди берут, и при мне прямо помаленьку берут. За это лишь. Ладно. С вами были мы. Всем пока-пока. Хлебушек надо убрать. Там вы кушали. Беру. Там я тебе сейчас перелю, как раз потом подогреешь. Надо их картошку. Все, включаем кино. Всем пока-пока! Всем пока-пока! Кино как-то все. Да, пока-пока.